«Библионочь» пройдет в Московской области 21 апреля. Это всероссийская акция, участие в которой примут подмосковные библиотеки. В прошлом году такой фестиваль посетили более 19 тысяч человек. В этом, по словам министра культуры Московской области, любителей книг ожидается еще больше. Фестиваль чтения «Библионочь» – ежегодное событие, которое традиционно проходит в апреле. В этом году его проведут уже в 7-й раз. 21 апреля подмосковные библиотеки распахнут свои двери в ночное время, тем самым расширяя формат работы с читателями. Во многих библиотеках пройдут тематические вечера. 2018 год объявлен годом Японии в России, поэтому стране восходящего солнца посвятят многие мероприятия приближающейся «Библионочи». Отметим, в прошлом году для гостей акции прошло почти 900 мероприятий. В этом организаторы предложат уже более 1000. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.